Вязание комбинированного элемента – это столбик с накидом, провязанный под 2 петли в наборном ряду, и затем столбик в цепочку закрепления. Я предварительно провязала один ряд простыми тунисскими столбиками. Сейчас покажу, как вяжется этот элемент. Сначала провязываем воздушную петлю, потому что этот элемент высокий. И начинаем вязать этот элемент. Делаем накид на крючок. А затем под вторую и третью вертикальные ножки тунисских столбиков вдеваем крючок и вытаскиваем петлю. Затем две петли провязываем вместе. И после этого вяжем столбик в косичку закрепления. Этот столбик провязывается там, где находится третий столбик. И ищем его с изнанки. Вот здесь, с этой стороны, вдевается крючок и вытаскивается петля. Таким образом, данный элемент провязан. Я покажу еще раз. Накид на крючок, 2 петли вместе в наборном ряду. Затем провязываем 2 петли вместе и вот сюда, в косичку закрепления, следующую петлю. На схемах данная комбинация элементов будет выглядеть таким образом, где вот эта часть обозначает, что столбик провязан под 2 петли в наборном ряду. Эта часть указывает, что это столбик с накидом. А этот символ обозначает столбик в косичку закрепления, причем он провязан вот сюда, в эту петлю. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!